Почта России пообещала денежные компенсации за опоздавшую международную экспресс-доставку. Выплаты причитаются тем, кто ждал посылку в преддверии Нового года с 15 по 31 декабря, но в обещанный срок так ее и не получил. Компенсация составит $10 за каждое опоздание на 3 дня и более. По предварительным расчетам, задержки, связанные с перебоями в авиасообщении, коснулись примерно 5% посылок из 600 тысяч отправленных. Максимальные убытки Почты России в этом случае могут составить $300 тысяч.